За закон о новом муниципалитете парламентарии проголосовали единогласно сегодня на 35-й сессии Законодательного собрания края. В ней принял участие глава региона. Вениамин Кондратьев отметил, что придание официального статуса позволит району Имеретинской низменности выйти на новый уровень развития. Вот что будет с Имеретинкой, что будет с этой территорией через лет 10, 20, 50, если мы так просто оставим ее придатком у Сочи, просто придатком, но никогда и не было, еще раз подчеркиваю, такого населенного пункта у Сочи, какой сегодня есть. А самое главное, если мы говорим о научном потенциале, я в него очень верю, я думаю, что надо нам дать возможность, чтобы этот потенциал у этой территории был, у этого города Сириус. В противном случае, друзья, мы можем это все просто вот так и оставить, но я боюсь, что все так и останется. И все, что было лучшее у этой территории, останется в 2014 году, когда проходила Олимпиада. Боюсь, что может быть и так. Поэтому я тоже прошу поддержать здесь этот законопроект, дать возможность развития этой территории. Я уверен, что у нее очень, очень интересное, хорошее будущее. Теперь для бывшей части города Сочи предстоит переходный период. В ближайшее время пройдут выборы депутатов. До конца года будет сформирована местная администрация и принят собственный бюджет. В Сириус включена территория Олимпийского парка и инновационный образовательный центр.